Выехал в степь смотреть сморчки степные. Скоро они уже отойдут. Еще несколько дней солнышко пригреет все. Я решил поискать степь. Степей тут у нас много, балок всяких. Заехал, пока один нашел, буду дальше искать. Вот один такой вот есть. На этом месте не густо, 6 штучек. Надо перемещаться дальше, километры наматывать, где-то искать. Мы поедем вот туда за гору, вот туда же за гору. Там где-то должны быть, мне кажется. Вон это я аж оттуда вон приехал. Вон оттуда аж. Шахта Западно-Донбасская. Вот это второй блок. Вот то 6.42. Вот это вот колхоз Пионер уже. Там дальше Харьковская область уже. Сейчас мы будем вот по этим балкам искать что-то, сморчки степные. Тут много балок, вон мест сколько. Может, что-то найдем. А там вот шиповник. Колхоз Пионер сажал, чтобы собирать. Ну, забросили все. Я собирал там себе полмешка, набрал шиповника. Вот сейчас тут такие балки начнутся. Ну, наверное, травы много. Не знаю. Ну, сейчас будем что-то смотреть. Все, пока. Сейчас будем вставать. Хотел переправиться на ту сторону через камыш, но там вода. Ходить очень далеко. Хотел посмотреть там, но далеко. Не знаю. Наверное, сюда пойду ближе к дому. Но. А мало сморчков. Совсем мало, действительно. Это там рядки были. Там за шахтой, где прошлый раз собирал. Там больше было. Столько прошел. А вот это все, что нашел. Это каторга, сколько я прошел. Кругом обошел. Столько, что я не знаю. Ой, легче было на облака слетать. И нашел всего лишь вот это. Может, баночка будет. И все. Такие сморчки. Наверное, сморчки длинные. Тут 5 штучек. Вот такой грустный паренечек притаился тут тихонечко. Вот тут в травке такой хороший. Тут вот много в травке, смотри, выросло. Такая малюсенькая черепашка. Ну, вообще.
сейчас пойду тебя выпущу, малышка. Блин, уполз-то он лягушку вот эту залатывал. Я его спугнул. Так, блин, лягушку, блядь, отрыгнул бы. Не залезла она ему.